Люди. Во время захода на посадку самолет упал на жилые дома и загорелся. Погибли, по разным данным, от 40 до 47 человек, более 10 госпитализированы. Одна из основных версий случившегося – плохие погодные условия. В районе Тайваня могли сойти, скорее всего, именно поэтому капитан воздушного судна не сумел с первого раза сходить в борт и попытался уйти на второй круг, после чего... Ёпа мать. Ну, там уже это без сознания точно. Катя Никита, Александр Новикова, но прежде подсечем рыбацкие байки. Со смены министра обороны, и что эта тема эксклюзивно обсуждается в украинских правительственных руках, но я хочу еще высказаться. Обороны, как бы, прав, согласно действующей конституции, президент имеет...